Всем привет, друзья! Сегодня мы приехали на базу отдыха Заросляк, чтобы покорить Говерну. Двигаемся сегодня мы по зеленому маршруту, а это значит самые красивые виды и средняя протяженность маршрута. Оставайтесь с нами, с нами интересно. Эй, вон там Говерла. Нам осталось еще километр по прямой. Километр по прямой. Один километр. Один. Мы идем на Говерлу, вот на ту, а потом вот туда, в ту сторону, на Петрос. На Петрос. Петрос отсюда не виден, он спрятан за Говерлой. А мы когда поднимемся, покажем, если будет видно, конечно. Там, кстати, вон облака зацепились за гору. Периодически цепляются, правда. Сейчас попробую показать. Они уже убежали, кстати. А, убежали? Да. Ну. Хотел показать, и ничего. Очень быстро передвигается. Очень. Ветер сильный, срывает. Ветер и дождь иногда начинает моросить, потом опять перестает. А иногда солнце. Иногда дождь, иногда солнце. Дождь, солнце, дождь, солнце. Наверное, раз 20 менялась погода, пока мы шли. Топаем дальше. Пошли. Главное, смотри вниз, не смотри вниз, да? Да, не смотри вниз. А, я смотрю вниз. Вот они. Не, ну хорошо, что две трассы. Одна смотришь, ну. Тяжелая, думаешь, ну его. Пойду другой. Другая-то легче. А, нет, другая еще хуже. А, это мы пошли, которые легче, да? Ну, вообще-то да. Зеленая считается, по-моему, зеленая меньше именно подъем. Более, вот, более по-моему, мягко. 3 километра. 3,6, по-моему, да? Это 3,6. А, это 3,6. Это 3,6. А синяя, по-моему, трешка. 3,1, что-то такое там писал. Вон, смотри, цепляется. Говерла дымит? Ну, да. Хмарка зачерпнулась. И вон как раз путь тут синий. И все синее. Жалко, что день не солнечный, ветреный вообще. И дождливый. Периодически в каких-то смыслах. Моросит. Но моросит все равно на голову. Трасса вся мокрая. Рассказываем постоянно. И не только мы. Идем дальше. Пошли. Всем привет, мы добрались до малой Говерлы. Впереди вон там еще большая Говерла, но до нее еще добраться надо. Тут очень сильный ветер, в итоге нас фактически сносит. И облака. Мы уже не под облаками, два облака. Ну зато, вот, увидели, где облака царапают горы. Прямо облака! Сейчас тут все поломать, надо прыгать и скакать. Всем привет! Это канал «Под облаками». И мы покорили Говерлу. Видимость нулевая, очень холодно, ветер звериный. Но мы все равно это сделали, пошли по зеленому маршруту. В принципе, не прогадали. Нас Говерла все-таки приняла, и мы дошли без инцидентов. Мы повяжем от имени своего канала ленточку, что мы здесь были. Thank you.
подписывайтесь на канал. С нами интересно.